Доброе утро, друзья, всем. Сегодня у нас первый день осени. 1 сентября. Стало уже немного попрохладней по ночам. Вот сейчас под утро 15 градусов тепла. Сейчас приблизительно 7 часов утра. Почти 7 часов утра. Посмотрите, какое небо. Давно я такого неба не видел. В такое время. Сразу облачное. И голубое-голубое. Красота. Вообще. Так. Птица на месте. Птица готова на вылет. Сейчас я их... А он не открыл ляду. Уже некоторые подцеплялись. Так бы заходили. Сейчас немного растормошаться. Только открыл их. Посажу в нагульчик и будем выпускать. Посмотрим, как пойдут. Погодку обещают каждый день прохладнее и прохладнее. На воскресенье на ночь уже передают плюс 4, плюс 5. Приблизительно так. Так что прохладнее становится. Это и хорошо. Жара уже, если честно, достала. Так, ну сейчас запускаю их на гульчик. Открыл нагул, ребята. Сейчас постепенно начну их туда запускать. Они уже как бы привыкли. Знают, что от них требуется. Уже особо не сопротивляются. Заходят туда нормально. Так, давайте, братва. Поближе, поближе. Поближе, поближе. Давай, давай, давай. Заходите. Еще. Давайте туда. Вот так. Годится. Так, братва на месте, загудела. Сейчас на них посмотрим поближе. Готовы. Некоторые вон уже где нацеплялись. Да, стал я их немного придерживать. Каждый день не выпускаю. Из-за того, что хищника атаки участились. Не даю ему как бы каждый день тут устраивать гонки за ними. Не даю ему присмотреться. Потому что если выпускаешь, летают подолго, и буквально в любое время прилетай, и тут начинай разгонять. Так как бы, если каждый день в течение дня здесь будет птица, им будет возможность тут запомнить, в общем, они пока это место, может, уйдет. Так что примерно через день вот так выпускаю. Так, бойцы готовы. Пошла. Зашелестели. Так, ребята, прошло где-то 1,5-2 минуты. Птица пока подымалась. Уже подняла значительно выше. Я перешел, облюбовал тут место снимать прямо на крыше. Вот они. Удобно.
постройки не зацепляю, высоко, обзор хороший. Вот их поймал. Небо вообще замечательное. Плюс прохладненько, должны хорошо пойти. Ну вот так вот за 2 минутки они уже нагребли. Посмотрим, как сейчас дальше пойдут. Вчера отдыхали, вчера не выпускал. Завтра тоже обещает дождь. А вчера было весь день пасмурно. Так что сегодня облетаться нужно по-любому. Мы будем наблюдать, как бы появится хищник или нет, что будет. Пока гонялся, атаковал, но все на месте. Один раз, конечно, разбил очень хорошо стайку. Думал, уже потерял. 3 не прилетели на ночь. 2 на следующий день и 1 дня, наверное, через 4. Уже как бы удивился потом на пересчете, что голубь на месте. Вот так вот. Ну, молодец, что вернулся. Как раз отдохнувший сейчас с новыми силами. Должны хорошо пойти. И снимать, конечно, удобнее. Вот на таком небе. Сейчас отдалим, посмотрим, как они за это время приподнялись. Вот там стоят. Ребята, голуби поднялись с точки. Ну вот их разглядел. Сейчас попробую приблизить. Вот так это выглядит без приближения неба. На небе. И сейчас постараюсь их поймать. Жаль, облака ушли. Ушли ориентиры. Ну, где-то вот в этой области они находятся. Как их зацепить только? Вот, поймал. Да. Вот это реально, ребята, с земли смотрятся голуби. Их видно, но смотрятся не как точки. Как бы точками и называю, потому что они выглядят как точки. Ни палочки, ни как бы формой крестика, когда видно мах крыла. А реально, как будто на листе бумаги поставить точки. Вот их еле-еле видно. Это скоро будут покрываться. Сейчас, может, на мерцание пойдут. Подержим их пока. Хищника пока нет. Наблюдаем. Ну и время прошло мало еще. Это от старта где-то вот так вот они встали. Наверное, не знаю, прошло минут до 15. Так поднялись. Летает спокойненько. Ну, облачь нас разогнала уже. Так, отдалим, покажу вот сейчас реальную их высоту. Вот там где-то стоят. Уже сложнее снимать. Ну, будем ловить дальше. Так, друзья, все как обычно. Птица подымалась очень высоко. Нереально было их поймать. Вот сейчас я заметил, они мерцают. Видно, стайка приспустилась. Видно их получше уже. Ну и то поймать тяжело. А вот они. Да. Сколько не пробовал снимать в покрытии, никогда не получалось. Один раз получилось случайно. Вот так, обшаривая небо, увидел мутненькое пятнышко. И пытался навести резкость. Да, оказались голуби. Вот в таком. Вот так вот их можно поймать. Чисто случайно. Или думал, как второй вариант. Это нужно, чтобы было 2 человека. Один стоял с биноклем, ловил их и как бы помогал ориентироваться, куда навестись, подсказывал, там их ловить. Так нереально.
Ну вот так стоят. Небо полностью, конечно, разогнало облака. Но голубое хорошее. Не буду я стоять над ними целый день. Так что пусть летают. Молодцы, хорошо пошли. Сейчас как раз будет их погодки такие не сильно жаркие. Должны хорошо себя проявлять. Хотя впереди еще будет бабье лето. Еще будет тепло. Но пока вот эти дни прохладненько. Так что пусть побалдеют голуби. Так, отдаляем. Покажем, как стоят. Вот там стоят. И месяц там где-то. Ну все, ребята. Удачи всем. Пусть ваша птичка радует вас.